Подожди, пацан, пацан. Да подожди. Подожди, пацан, какой футбол сейчас? Слышишь, пацан, я тебе говорю, вот сейчас и тебе, и всем я говорю, что вот у нас будет лучше. Вот я тебе говорю, сейчас многие уезжают, то на запад уезжают, то на восток уезжают. У нас будет лучше. Я остаюсь здесь, никуда. Здесь хуже, чем где угодно, но у нас будет лучше. Станет лучше обязательно. Станет, будет быть. Болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну. А так нет, так нет, так у нас нет, у нас будет лучше. У нас будет, будет лучше. Хотя слово «будет» уже почернело от бесконечного употребления. Оно уже черное, это слово «будет». Уже сколько, уже скоро 80. Все, будет и будет. Оно почернело, это слово. Но оно еще сгодится в работе нам. Еще сгодится. Ему придать прежний блеск, оно приобретет новый смысл. Слово «будет». А так нет, так у нас не-не-не. У нас будет лучше, будет. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, который тоже уже никому не нужен. От нашего человека не остается сейчас предметов жизнедеятельности. Только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы с вами или нет, до сих пор неизвестно. Сейчас большие дискуссии, как мы дотянули вот до этого часа. А так нет, так нет, так у нас будет лучше. Невзирая на то, что становится все хуже и хуже, у нас будет лучше, будет. Только опять не сегодня. Только завтра опять. Только соединив прошлое с будущим, вычеркнув к чертовой матери настоящее, мы будем жить и работать опять на энтузиазме, опять без зарплаты. Ну тут уж шоу. А так нет, так нет, так нет. Так у нас будет лучше. Сейчас так, связать деньги населения, потом их самих. И все. Вернее, развязать им руки и связать их деньги, а потом наоборот, и рынок даст себя знать. Ничего, что без объяснений, ничего, давай, 12 числа, 8 утра на рынок, все. Ничего, что никто не понимает, ничего. Беги, пока на рынок торгуй, все. Простой человек думает, что такое, какой рынок, куда бежать, что продавать, где покупать, где стоять, где можно, где нельзя. Акции, инвестиции, никто ничего не понимает. Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают, не могут объяснить и молчат. Я один говорю в подавляющем числе, глядя и видя, что у нас будет лучше. Потому что шо же мы же, тогда же мы же, шо же, кто же мы же, тогда же, где же, когда же, шо же мы же, когда же, шо же, шо же мы же, тогда же, кто же. Мы же, а шо же, а мы же. Сейчас. Сейчас окончательно разваливается питьевая, сырьевая, табачная, военная промышленность. Что это развалится, остальные перейдут к рынку сами собой. И все, и все. Отвар на настой, окурки на объедки, корки на обмылки. Рынок такой. Не хочу занимать вашего драгоценного, пацан, всех вашего внимания. Вот, это так нет, так нет. Так у нас будет лучше. У нас будет, будет. Потому что, а где же еще? Уже же всюду. А мы же, что же, где же, когда же мы же? Когда же, что же мы же тут уже? Впереди нас плетутся только Куба и Албания. А когда же мы же, что же, где же? Ну, Албания, ну мы же, что же? Вот так втроем придем мы к светлому будущему. А как? Будем во всем светлом вот так сидеть. Ну что, а что, сколько же можно, сколько же мы? Мы тогда же, кто же, где же, когда же, что же? А так нет, так у нас будет лучше будет. Что, хуже уже просто уже некуда. Уже. Поэтому будет лучше, а как же? И ничто не переубедит меня. Ни голод, ни холод, ни то, что попродавали все себя. Наша традиция национальная. Все себя продать, потом купить у китайцев на эти деньги одежду. Это же у нас есть, это же у нас не отнимет. А если нужно, у китайцев отнимем, а что? Холодно? Что же мы же держим, когда же? А так нет, так у нас будет лучше. Поэтому сейчас так, питаться все. Вот он сказал, и до сих пор там лежит. Потому что, а что же, дело его живет, а тело же не ее. Что же, надо же отдать земле, что же мы же тогда же, что же.
Вот, а так нет, так у нас будет лучше, потому что когда же, что же, мы же держим, потому что, что же. Погода опять нас подвела, ты понимаешь? Если весной была надежда, ну не дорос. Так огромный урожай окончательно опять подорвал нашу экономику. Ну под каким девизом покупать зерно? Жирные вороны со всего мира, что слетелись на невиданный урожай. С интересом наблюдают диковинных людей. Подайте голодным, у которых огромный урожай. Вот у нас единственная проблема, как просить, имея все. Я думаю, что надо скрывать. Просить и скрывать. Жить все лучше и лучше, скрывая это, и просят все больше и больше. Потому что, а что же, когда же, сколько же можем это? Вот, а так нет, так у нас будет лучше, будет. Потому что, если мы доживем, конечно, мы же часто не доживали до этого. Тут же каждый второй, ну тут уж, о, уж, тут уж на первый, второй рассчитается, уж должен же выжигаться. Вот, а так у нас будет лучше, потому что, ну когда же, сколько же можем, что же, мы же, держим, кто же уже, всех почти поменяли, а что же мы же держим, когда же. Пересаливаю лицо.